Приветствую вас, друзья. Решил мне сегодня сделать маленький кружок, но уже без напарников, да? Дядя Андрей работает. Сегодня минус 9, но ветерок такой, блин, довольно, блин, крепкий. Ну, посмотрим, что у нас сегодня получится. Я надеюсь, на одного зайца хоть возьму. Да, мне важна прогулка. Больше, чем сам заяц. Вот, вот там хорошие следочки вот такие. Наверное, опять около дороги сидят. Позавчера ходил здесь. Решил, блин, тоже, блин, кружок сделать. Было минус 37. Сильно далеко я не ушел. Да и камера, блин, отключилась тоже. Ну, в этом кусту я в прошлый раз зайца взял. Правда, он ушел под ранок чуть дальше вот туда. Но я его добрал. И позавчера, блин, опять в этих кустах. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Если нет, то нет. Зато прогуляюсь. Поднял одного зайца. Стрелять не стал. Ну, смотрите, вот, ой, блин, сзади поворачивается, да, дружок-то наш. Видите, блин, как все ветки обгрызанные вот такие, красивые. Ой, да ты мой маленький. Давай, ешь, ешь. Только в меня не пуляй, пожалуйста, друг ты мой сердечный. Да, блин, сзади поворачивается. Да я тебе ничего не сделаю. О, красавец. Да? Ну, ребята, он от моей камеры где-то на метр, да? Но мне ничего не делает, я тоже. Да не поворачивался задница. Ух ты, елки-палки. Не надо мне пылять ничего, блин. Зайцмен как раз сюда ушел. Да я не буду трогать тебя. Давай, 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 мой хороший. Ой, ты мой хороший. Снимаю уже, блин, вплотную. Ой, уйди ты отсюда. Опять задница поворачивается. Да ему стрелять-то уже нечем, блин, иголки, блин, кончились уже. Ну, рисковать я все равно не хочу. Мне охота было, блин, просто, блин, поближе снять его. Ну, вот он так и будет крутиться сейчас. Опа! Иголка полетела. Ну, друг мимо. Ага. Опять поворачивается. Все, ладно, не буду, блин, демолировать это, блин, бедное животное. Ой. Опять поворачивается. Да что-то такое, да? То скунцы, блин, задница поворачивается, то эти друзья. Вот у него, в принципе, там уже нету ничего. Ладно, ребята, у меня заяц мне тут пошел. Сейчас обойду еще. Да, вот оттуда и пришел. Да этот, видимо, один и тот же гуляет. Вот его. Красивые следочки. Он, кстати, блин, хорошими селочки зайца. Пойдем посмотрим. Нашел я опять этого зайца. Обошел он вот эти кусты все. Ну, естественно, там, где легче бегать, да? Где вот насосы у нас стоят там. Короче, блин, по этим кругам можно его гонять до бесконечности. А, блин, собаку взять не могу сюда. Вот там сзади, блин, ферма, коровы. Ну, в принципе, прогулялся маленько. Сейчас на дороге еще, блин, этот кусик пройду. И, пожалуй, наверное, на сегодня хватит. Там уж что будет, то будет. Конечно, было бы неплохо взять с собой 17 калибр. Ну, ладно.
так интереснее. Ладно, пройдем, наверное. Еще вот эти кусты с этой стороны, и может быть вот кусочек там захвачу. Да и до машины еще топать, наверное, не знаю, 3 километра. Все, вперед. Ну что, ребята, не повезло маленько. Так он прогулялся. Видите, здесь видно, я сам не вижу в камере. Так, все ветки обгрызаны. Это опять же дикобраз. Ну и вот тут пару дней назад тоже заяц был. Его как раз и взял. Ветерок поднимается сильный. Мы с дядей Андреем решили, он на этой неделе работает еще до 4. Бесполезно, блин, поздно идти. И следующую неделю мы, наверное, закончим сезон. Как я уже говорил, на зайца мне сезона нету. Бей сколько хочешь, что зимой, что летом. Ну, должны быть и какие-то, блин, человеческие принципы, я так думаю. Решили еще одну неделю походить. Ну, потом, конечно, если снег останется, я тоже на лыжах останусь. Буду просто, блин, ходить, наверное, снимать. Даже вот этих дикобразов. Сегодня мне повезло. Он, блин, ко мне задним местом повернулся. И одну иголку он стрельнул. У него там нет уже ничего. Все уже, блин, давно выпыливал. Ну и ветер, да? Ветер унес иголку в сторону. Ну, она была совсем маленькая. Я надеюсь, это на камере видно будет. Но если нет, то нет. У меня не такая профессиональная камера. Так что... Все, ладно, ребята. Теперь вот не удивлюсь. Ружье разряжу. И какой-нибудь товарищ выскочит. Хотя я тут и проходил только что. Дикобраз живет в этих камышах. Далеко под низом. У него там... Ой, там тоже все ветки голые. Ну, это, ребята, животные. Я только не знал, что они вот так начисто отгрызают. Абсолютно всю. Всю кору. Все почки, все, что есть. А вот тут почки уже не начинают появляться. Здесь он будет появляться еще не один раз. Я так думаю. Сейчас посмотрю. Не, ничего типа гнезда не видно. Значит, он пока не кормится. Ладно, друзья, давайте. До новых встреч. С закрытием вас охоты. Насколько я знаю, в России уже в основном все закрыто. У нас сегодня как последний день на койотов и лесу. Ну, при минус 47, а то и 54, тоже много не сделаешь. Ну и каждый день метет. Сейчас опять начинает мести. Сейчас снег вот такой сильно жесткий, да? Сильно мести, наверное, не будет, если только снегопад не пойдет. Ну ладно, у меня вот с той стороны еще вот машина стоит. Свежие снежки было. Вот тут забор, блин, с электропроводом. Да? Он еще и работает. Дядя Андрей в тот раз перелез. Он говорит, ой, елки-палки, ты же сказал, он не работает. А я до этого за 2 недели, блин, перелазил, вроде ничего было. Ну, ему маленько попалось. Ну, ничего страшного. Это мне полезно для здоровья. Маленько выпис адреналин. Хорошо, друзья, давайте. До новых встреч.